Логика вполне простая, но в обычной жизни люди предпочитают вполне бессознательно заменять логику эмоциями, стереотипами, так называемым здравым смыслом и попытки кого-то к действительно логическому мышлению или, упаси бог, поведению, воспринимаются окружающими как странности, даже вызов. Логика вполне простая, но в обычной жизни люди предпочитают вполне бессознательно заменять логику эмоциями, стереотипами, так называемым здравым смыслом и попытки кого-то к действительно логическому мышлению или, упаси бог, поведению, воспринимаются окружающими как странности, даже вызов. Логика вполне простая, но в обычной жизни люди предпочитают вполне бессознательно заменять логику эмоциями, стереотипами, так называемым здравым смыслом и попытки кого-то к действительно логическому мышлению или, упаси бог, поведению, воспринимаются окружающими как странности, даже вызов.
вполне простая, но в обычной жизни люди предпочитают вполне бессознательно заменять логику эмоциями, стереотипами, так называемым здравым смыслом и попытки кого-то к действительно логическому мышлению или, упаси бог, поведению воспринимаются окружающими как странности, даже вызов.
Логика вполне простая, но в обычной жизни люди предпочитают вполне бессознательно заменять логику эмоциями, стереотипами, так называемым здравым смыслом и попытки кого-то к действительно логическому мышлению или, упаси бог, поведению воспринимаются окружающими как странности, даже вызов.